есть? Ну, есть клипы, да, вот я снимал. Ну, клипы сейчас крутить где-то, я даже не знаю, надо ли это, не надо. Меня сейчас устраивает все с интернетом, концертов много. Угу. Ну, сколько? Много это сколько? Ну, вот у хора турецкого 290 концертов в год. Ну, вы знаете, я вот другой человек в этом плане, я пою столько, сколько мне хочется, скажем так, и я могу позволить себе отказаться от какого-то концерта, то есть я чёсом не занимаюсь. Вот. И в то же время, если там меня приглашают благотворительно попеть там ветеранам, там бабушкам где-то, или там людям там каким-то инвалидом, или в госпиталь, или еще что-то. Я никогда не отказываю, как бы я и график свой смещаю, и приезжаю, и пою. Поэтому, ну, 1-2 выступления в неделю, скажем так. Понятно. Я считаю, что это нормально для поддержания формы, и больше уже тяжело. И в заключение нашей программы о стрельце. Вот, собственно, мы и подошли, вот с чего начали. И вот звонивший тоже стрелец. И хочется, ну, такой мажорный. Владимир, кстати, да, ваш постоянный телезритель. Да, я, кстати, тоже ваш постоянный телезритель. Я тоже смотрю, очень хороший канал. Это не в качестве рекламы, он действительно хороший. И песня. И песня о стрельце. Верю, нет дурного знака в положении планет. Все мы знаки зодиака, лишь являемся на свет. Звезды скажут все заранее, и на йоту не солгут. И волною предсказаний гороскопы захлестнут. Среди раков, скорпионов, водолеев, наконец, выделяется особо независимый стрелец. Но сомненье сердце гложет, набирая свой разбег. Вроде он уже не лошадь, но еще не человек. Одинокая гитара где-то плачет до зари, а душа его летает за пределами земли. В бесконечности пространства и в созвездии Тельца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. И скитается по свету этот получеловек. Для него преграды нету, ни жара, ни дождь, ни снег. Если встретишь бедолагу, не пугайся, он не злой, а романтик и бродяга, и доверчивый такой. А если грузит шуры-муры, разбиваются сердца, раздвоение натуры наблюдают у стрельца. То застенчивый, несмелый, то ужалит, как оса. На земле стоит острел и запускает в небеса. Одинокая гитара плачет до зари, а душа его летает за пределами земли. В бесконечности пространства и в созвездии Тельца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. Так бегут века, эпохи, и не видно им конца. Ничего не происходит в личной жизни у стрельца. Удивляйся дни и ночи, а чего ж тут не понять? Ведь с бродягой кто захочет добровольно жизнь связать? Но не нужно лишних вздохов по привычному кольцу. Не подумайте, что плохо одинокому стрельцу. Не жалеет и не плачет, а с надеждою поет. Если снова неудача, то в другой раз повезет. Одинокая гитара где-то плачет до зари, а душа его летает за пределами земли. В бесконечности пространства и в созвездии Тельца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. Одинокая гитара где-то плачет до зари, а душа
пространство, аж в созвездии резца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. Для кого-то это странно, но нормально для стрельца. Ну а мне остается добавить, что Константин Головин сегодня порадовал нас своими песнями. Костя, спасибо тебе большое. До свидания, дорогие друзья. Смотрите нас. Счастья вам. We'll be right back.